твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покори, сейчас и навсегда. И дальше продолжит нашу программу наш уважаемый гость, заслуженный артист России, автор, исполнитель, композитор Валерий Струков. Встречаем! Ты вошел, спасибо! С праздником! Новенькую песню вам споют демоны и ангелы. Это мы и есть. Точно? Когда не станешь ты бояться и терпеть, поняв, что наша жизнь есть медленная смерть, что смерть идет за нами по пятам, а жизнь кричит, себя я не отдам. А смерть в ответ, попробуй убежать. Тебя я буду здесь на месте ждать. Ты сам вернешься в округи свои. Услышу скоро я шаги твои. Не торопись понять всей жизни суть. Узнаешь ты ее когда-нибудь. Над нами ангелы и демоны кружат. Они всех нас зовут в небесный сад. Так и живем, все зная наперед, что неизбежность нас одна всех ждет. Если оставишь в этой жизни звездный след, его увидят через много лет. Поэт напишет на века сонет. Мудрец всем скажет, в жизни счастья нет. А музыкант на клавишах души споет вам песню, нет в которой лжи. Жизни суть. Узнаешь ты ее когда-нибудь. Над нами ангелы и демоны кружат. Они всех нас зовут в тот райский сад. Не торопись,
Такая светлая печаль. Ура!